Здравствуйте, меня зовут Злата. Ребята, как бы супер мамочки. Я сейчас рассказываю про него канал. И получается так, что рыжая тетя меня, это режиссер, меня заставлял много чего делать. Даже по поводу сгущенки беситься в камере. И понимаю то, что я их послушала, а мама говорила, не надо, не надо. Надо было маму послушаться, а не того режиссер, понимаешь ли. Но ты это делала, потому что, помнишь, я тебя всегда на съемочной площадке прошу, что? Слушаться. Слушаться. А слушаться кого? Режиссера. И получается так, что ты не знала, что нельзя слушаться режиссера именно в этом проекте. Да. Еще что ты хочешь? Да, это было просто ужасно. Я не знаю, как это сказать. Я как бы перед съемкой там был фотографер, но там его срезали. Я там начала беситься, прыгать, бегать на двух лапах. А почему ты это делала? Потому что режиссер так сказал. А как выглядел режиссер, помнишь? Да, рыжая девочка, волосы, точнее, рыжие. И как бы, ну, я не знаю, у нее чуть-чуть было то, что накрашенные там глаза и губки натуральным цветом. Угу. Я поняла. Скажи мне, пожалуйста, когда пришли девочки, ты перед ними танцевала? Вот, ты же видела там, что как бы девочки за кадром комментировали, что ты танцевала не очень. Что бы ты хотела им сказать? Я хотела бы сказать, вообще-то это я сама придумала станцевать, потому что как бы у меня там было две награды про танцев и еще один диплом про танцы. Кстати, ты была в туфлях. Что это были за туфли? Туфли из танцев. То есть, это не туфли на каблуках, а это специальные танцевальные туфли, да? Да, ну просто они на каблуках, и у меня ноги устают, а на танцах, ну, как бы, большие движения, и у меня ноги чуть-чуть тын-тын-тын, и всё. Как ты считаешь, ты перед девчонками станцевала красиво? Думаю, что да, но просто у меня не получилось вот это сделать. Тын-тын-тын. Угу. Потому что... Ну, я думаю, что тебе еще нужно учиться. И это понятно, да? Ну, да. Ну, теперь я учусь в другом, поэтому я не смогла танцевать. Я, может быть, забыла. Но вообще я могу станцевать вальс. Я хотела показать им вальс. Ну, как бы поняла то, что им не нужен мой вальс. Вот. Хорошо, Златка. Давай еще дальше перейдем о том, что... Что случилось с сгущенкой? Сгущенкой. Как бы режиссеры все прям принесли сгущенку. И рыжая девочка меня попросила говорить: дай, 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 дай сгущенку. То есть попросили тебя, чтобы ты вот так вот кричала перед нами? Да. Причем дергаю тебя за руку. Да? Да. Обидно. И что, почему ты их послушалась? Послушалась, потому что ты постоянно говорила, слушайся их. Да? А получается, что тут такая заморочка. Скажи мне, пожалуйста, что по поводу косметики случилось?
Ну вот ты же у меня в обычной жизни не так много красишься. Что с косметикой? Вообще-то я просто очень люблю краситься. И я подумала, будет неплохо, если выйти перед девочками с красными губами. Ну и хорошо, а дальше ты носилась с этой косметикой? Потому что тебе ее давал режиссер в руки или ты просто так носилась? Вообще... Мне режиссер чуть-чуть наговорил. Говорил, да? Да, чуть-чуть. Что говорил по поводу косметики? Ну, типа, накраситься надо, там, накрасить щёчки и накрасить губки. Скажи мне, пожалуйста, что по поводу истории с папой? Тебе за кадром говорил режиссер с фразы, которые надо сказать, помогали? Да. Рассказывай, что говорили говорить. Я же не знаю, меня там не было. Мне говорили говорить. Ну, ты слышал то, что мне говорили говорить? Я уже даже забыла, потому что это было чуть-чуть давно. Угу. То есть тебе говорили фразу, ты ее повторяла? Да. И все. И получилась такая фишка. Так, что еще важного там было? Скажи мне, пожалуйста, вот честно, тебя назвали, вот ты сегодня смотрела передачу, тебя назвали толстой. Ты думала, вот ты придешь в садик, как тебя будут там оценивать? Если кто-то смотрел этот эфир. Меня будут оценивать, ну, все равно, как и раньше. Все равно, как и раньше. А если кто-то посмотрел эту передачу, не переживаешь? Да нет. Ну, это хорошо, что ты не переживаешь. Переживаю я. Злат. Поговорим про папу. Поговорим? Как? Ну, я тебя спрошу, было ли такое, что папа тебя воровал у меня? Ну, было, но я чуть-чуть говорила. Ну, я вообще-то не просила на много дней меня забрать, я просила на 2 всего лишь дня, да и все. А получилось, что тебя забрали на 21 день. Скажи, пожалуйста, ты помнишь, когда мы встретились с тобой, я спросила, Злат, что от тебя так пахнет? Ты мне что сказала? Я не помню. Как много ты мылась, когда была у папы? Тебя мыли кто-то? Меня мыли, я сказала, вчера. Вчера? Один раз? Один раз за все дни ты мылась, да? Ну, потому что ванна еще была недостроена. Только вчера мне сделали ванну. На тот день только вчера мне сделали ванну. Слушай, а ты у меня вернулась, и так получается, ты вернулась с болезнями. Как там лишай поживает? Покажи всем. Еще чуть-чуть и заживет вот тут, и как бы у меня, мне кажется, что они где-то тут уже... Покажи, ты ручкой как раз закрыла, покажи. Вон, да, вот это большое пятно, которое осталось. Ну, тут уже наполовину не видно пятно, тут видно только беленькое и видно как будто бы царапина. А это я узнала только, когда я при моей подружке, мы с ней ночевали как бы. Угу. И такую вещь. Был ли у тебя у папы дома свет? Был, но его включали по вечерам или по ночью. Ну, я не. И у тебя не было света, и была только одна лампа, да? Нет, у меня не было одной лампы. Свет был только по вечерам или ночью, потому что по вечерам или ночью темно. А утром как бы не надо, потому что
солнце светит. А помнишь, единственный раз, когда тебе... Кстати, тебе ждали поговорить со мной только один раз за 21 день. Помнишь, у тебя в руках была лампа такая? Да. Что это было? Там не было света? Или это такой свет был? Просто папа настроил как бы... Настроил свет, а мне было темно играть, и я хотела играть, поэтому получилось так, что у меня свет в руках. Свет в руках был? Да. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, еще одну такую вещь. Как много ты учишься? Вот со мной, вот, ну, как мы занимаемся? Часто. Занимаемся довольно часто. Вот там лежали мои книжки, чтобы я прописывала. Мне еще ты напечатала там такие листочки. Ходишь ли ты на занятия, например, онлайн, помнишь? Да, хожу. Вот, супер. Мне включают по телевизору. И по телевизору, но это сейчас на карантине. Да. А сейчас выходные у прямой, которой мы разговариваем, да, по прямой. Злат, показали, что ты не знаешь ни одной буквы. Это правда? Или ты не знала только букву «Л»? Я не знаю только букву «Л», а все остальное наговорили. Ну, там просто всего остального не показали. Увы и ах. Да. Да? И получилось, как будто бы ты ничего не знаешь. И меня сняли как бы и сказали... Я типа там... Мне задали самое легкое задание и сказали то, что... Типа, давай сделаешь, типа, ты не можешь, и я послушалась. Угу. Скажи мне, пожалуйста, Китюнь, ты за столом за меня вступилась. Ты помнишь? Да. Я знаю, почему ты вступилась, но зрители не знают. Просто тетя, которая беленькая напротив, она начала ж кричать на меня. И из-за этого ты за меня заступилась. Расскажи свои эмоции, когда тетя беленькая начала кричать. А я как бы люблю тебя и не хочу, чтобы кто-то на тебя кричал или... Я даже... ...буду стола. Как себя тетя вела? Как... Что она говорила? Она говорила какие-то ругать. Ну, я думаю, что она ругалась чуть-чуть. Я думаю, что она говорила какие-то плохие слова или ругательства. Ну, короче, я не помню. Хорошо, Злат, скажи мне, пожалуйста, это был первый день в нашей квартире тогда, когда мы только приехали на шоу? Ну, почти, почти. Почти, да, потому что мы сюда приезжали, там делали перестановку. Мы сейчас живем в этой же квартире? Да. И у меня теперь много игрушек, я их складываю, мне даже купили шкаф, потому что у меня так мало... А еще? Еще? Еще кровать, да? Да. Слушай... А ты видела, что много чего в шоу не показали? А у нас еще было два гостя. Кого не показали? Не показали фотографа в моей комнате. И перед этим не показали. Я потом начала беситься, прыгать, бегать. Потому что сказал режиссер, да? А еще кто к нам приходил в этот день? Еще к нам приходил фокусник. Это мой самый любимый фокусник. Я не сказала, когда у меня было день рождения, но я его попросила просто прийти на день рождения, и он не знал, куда что делать, поэтому и не пришел. Он не знает, короче. Тебе обидно, что не поставили твоих друзей в кадр и моих? Да, потому что это мои друзья, было бы весело им показать и как бы... Фокус мой самый любимый. Я даже приготовила подарок. Мой самый любимый фокус — это два. Короче, еще два страничка. Ты не три.
И она появилась на другой, на другом каком-то листике. А потом сделал еще раз, и она появилась там. Например, цифры. Понятно. И второй фокус. Это где из бумажки появляются денежки. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, что бы ты хотела сказать подписчикам этого канала? Ну, то есть, не знаю, там, что они о тебе... могли подумать и так далее. Что бы ты хотела сказать? Я хотела сказать про то, что я, как там сказала тетя, я вообще не толстая. Просто меня попросили поесть сгущенку, и мне сказали, то, что я толстая, т.д. Златка, скажи мне, пожалуйста, мама готовит или только вырезали кусочек про яичницу? Мама готовит. Что мама готовит? Я яичницу, это первое. Второе. Сейчас. Борщ. Ну окей, okay. Еще что? Еще мама готовит, например, оливье. Ну да, ты очень любишь оливье. А еще ну, что? Да. Мама любит, точнее, я люблю соленые огурцы. Да. А еще что? Еще морковку я ем, и она добавляет в суп. А еще что? Еще мама готовит особенно молоко вкусное иногда. И печеньки, и кексики готовит. И печеньки, и кексики готовит мама. И... Злат, мама даже мороженое делает сама дома. Ну да. Оставь ей показать. Не надо. Не, давайте. Не надо, Златка. Все. Хорошо. Так. Ну, в принципе, все. Что еще хочешь подписчикам сказать? Я хочу сказать про то, что у меня есть два рассказа про то, что это не совсем связано с этим, про слова этих девочек. Еще я хотела рассказать еще два фокуса того моего друзья. Златка, я оставлю их в эфир. Слава богу, как раз фокусника за кадром у нас точно есть. А вот есть ли за кадр фотографа, я не знаю. Вот. Поэтому можешь прощаться, говорить. Всем пока. Да. И до новых встреч. Кстати, мама, мы не показали вот это. Это уже сейчас будем мы рассматривать и просматривать выпуск вместе со мной. И я буду комментировать каждую его маленькую часть. I gave you my heart.